Начнем нашу дискуссию сегодня, которая называется «Чайковский мем с вопросительным знаком». Почему с вопросительным знаком? Потому что я сама как автор этой дискуссии и человек, который пишет на эту тему квалификационную работу, сама не могу разобраться в этом, мем он или нет. И вообще, в принципе, все крупные композиторы, являются ли они мемами или нет. Вот сегодня мы попробуем разобраться в этом с нашими замечательными спикерами, гостями. Ну, для начала, конечно, представим Артура, который, собственно, благодаря которому мы сегодня здесь. Это директор Молот-ансамбля, молодежного отделения Союза композиторов. И замечательный композитор, и, собственно, идейный вдохновитель этого концерта. Привет! Также у нас сегодня присутствует очень интересный состав. У нас здесь Александра Рам, это студентка профиля музыка и театр факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, пишет диплом на тему исторический мюзикл в культуре 21 века. Ну, собирается быть режиссером музыкального театра. Музыкального? Очень приятно. Вот это молодой специалист, который пока еще в поиске каких-то своих академических интересов. Это будет интересно услышать ее мнение. У нас еще здесь есть музыковед Марина Поднебесного, преподаватель, исследователь звука, лектор Мариночка. Вот, автор и сокуратор различных петербургских интересных проектов, звуковые экскурсии, фонотека, микроурбанизм, исследование города и других. Вот, ну и, конечно, стоит представить замечательную гостью, это доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, член Союза композиторов, автор монографии по музыкальному метамодернизму Настасья Хрущева. Привет. Ну, конечно, что здесь стоит сказать про Чайковского? Сегодня вся наша концертная программа, которая прозвучит после нашей дискуссии, это такое сочетание двух репертуарных корпусов. Это и сам Чайковский в аранжировке, что сами аранжировки говорят о том, что Чайковский — это мем, да? Зачем его аранжировать, да, собственно говоря? Ну вот был Чайковский, играли все его так, как играли. Почему, зачем его аранжировать? Скажи мне, пожалуйста. Ну, если бы у нас был оркестр в распоряжении, то ничего аранжировать было бы не нужно. Дело в том, что когда эта программа формировалась, некоторым композиторам было изначально предложено выбрать какие-то пьесы, с которыми они хотели бы вступить в диалог. И так получилось, что в этот список попали «Танец феи Драже», «Русский танец», из балета «Лебединое озеро». И это была неизбежная ситуация, что нужно было сделать аранжировку для ансамбля. Как вы видите в программке, да, каждая из этих пьес есть своя пара. Ну и логичным было бы завершить программу, конечно, так получается, что в конце программы стоит три танца, да, русский танец, потом чардаш, и в конце трипак. Собственно, логичная такая финальная ракета этой программы. Поэтому появилась еще и аранжировка трипака. Настасья, скажи, пожалуйста, ну вот с точки зрения композитора, ну понятно, что, конечно, Чайковский — это наше все, это крупнейший композитор, известнейший и узнаваемый, один из самых узнаваемых композиторов. Его сочинения, конечно, это действительно в большей степени скорее мемы, чем не мемы. А для композитора, вот, ну или, например, как для тебя, как для формирующегося еще композитора, когда ты училась в консерватории, Чайковский был какой-то такой фигурой, к которой ты относилась с придыханием, или все же это такой вот академический портрет со стены консерватории? Если можно, я отвечу на ваш вопрос таблицы. Таблицу составил Даниил Хармс. В одной графе написано «хорошо», в другой «плохо». Хорошо — ширококосные женщины, плохо — тонкокосные женщины. Хорошо — грудастые женщины, плохо — плоскогрудые. Хорошо — молодые, здоровые, свежие, полные, сочные женщины. Плохо — стильные, худые, гибкие, изнеженные, даже демонические женщины. Хорошо — мясо, молоко. Плохо — острые блюда с уксусом. Хорошо — юмор, плохо — настроение. Хорошо — платье простое, удобное, подчеркивающее силу в фигуре. Плохо — платье модное, с мелкими штучками в виде отделки, с претензией на роскошь. Хорошо — Моцарт, плохо — Чайковский.
здесь сложно что-то добавить или убавить. Хотелось бы, конечно, после такой мощной таблицы Данила Хармса помолчать и подумать, но я думаю, что времени у нас совсем на это нет. Вы придете домой, может, пересмотрите эту таблицу и подумаете. И все же мне непонятно, каким образом, когда часть или фрагмент известного сочинения академической классики встраивается в массовую культуру, например, в рекламу или в кино, в саунд, например, кино или в какие-то другие, начинает существовать в каком-то другом контексте, и причем это не важно, это прямое цитирование или это цитирование с какими-то вариациями и с большими крупными изменениями. Вот мне непонятно, мне иногда кажется, что, может быть, для композитора это хорошо, когда его сочинения даже знают и даже не знают, кто это такой. Вот у меня была мысль, когда, к сожалению, не было очень большого количества времени подготовиться, но была мысль выйти на Невский проспект и поспрашивать у людей, пусть даже у, ну, много туристов, много приезжих, поспрашивать, повключать им какие-то фрагменты, и пусть они бы поугадывали и попытались бы. Я думаю, с большой долей вероятности, конечно, коренные петербуржцы, образованные люди мне дали бы правильный ответ, но кто его знает? Я же не знаю, кого я встречу на улице. Вот с этой точки зрения, Марина, как ты считаешь, для композитора, для известного, знаменитого, и хорошо, когда его сочинения узнают и не знают, кто он такой. Я не очень поняла вопрос. Вот, например, мы слышим фрагмент «Танец феи Драже», да, знаменитый. Кто-то может совсем даже не знать, что это Чайковский. Как ты думаешь, композитору было бы обидно сейчас понять, что кто-то не узнает его или нет? На этот вопрос нет ответа, естественно. Ну да, он риторический. Но мне кажется, что есть композитор, есть публика, и публика, она немножко преувеличивает композитора, да? Чем сам композитор внутри себя ощущает свою какую-то миссию, задачу. Или там, если почитать письма Чайковского, он все время сомневался, он в конце уже своего жизненного пути писал, что я ничего не могу, я ничего не умею, все плохо, все ужасно, я не композитор. Вот, поэтому я думаю, что это такой вопрос. Ну и разные люди, разные композиторы, я думаю, что, да, ну, мне кажется, здесь нет какого-то одного ответа, вот. Вот у нас среди участников дискуссии есть два композитора. Ребята, а как вот композитору хорошо, когда его сочинения не узнают? Или это круто? Или это значит, что сочинение пошло в народ? Или у вас такого не было еще? Ну, я думаю, что Чайковскому уже все равно совершенно. Я думаю, что ему все равно. И, в общем, так случилось с ним. Но тут целый ряд причин можно назвать. Во-первых, как-то так получилось, что в Советском Союзе Чайковского сделали композитором номер один. Ну, не то, что искусственно, нет, конечно, все для этого в его фигуре все было. Но с точки зрения, в принципе, там, идеологии, например, соцреализма и так далее, гораздо больше на эту должность композитора номер один подходил Римский-Корсаков. Положительный семьянин. Значит, поднимающий тематику так или иначе эпоса, так или иначе российской истории и так далее и тому подобное. Мусоргский был бы чересчур опасной фигурой, потому что он уж очень спорный. Вот, и как-то у него очень много острых углов, которые работают в любое время. А Чайковский все-таки он, ну, такой индивидуалист как-то немножко, да. Вот все-таки у него очень важна вот эта вот романтическая история, личностные какие-то взаимоотношения, три лучшие, да, оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Иоланта» так или иначе связаны вовсе не с какими-то крупными историческими событиями, а совсем с другим. Это все про человека, про его какие-то страдания, про взаимоотношения и совсем не там история, если выступает, то только фоном. Вот. Поэтому получилось так. А потом появился еще и конкурс имени Чайковского, который еще дополнительно
да, который тоже стал мемом. Вот. И тут, в общем, такая вот неизбежная ситуация произошла. Хотя аналогичную историю для себя лично, опять же, тоже история не терпится слагательного наклонения, но я для себя аналогичную совершенно историю представляю с Римским-Корсаковым. У него тоже вполне достаточно таких так называемых хитов, да, которые могли бы звучать где угодно. Вот. Ну, собственно, наиболее в этом отношении преуспел «Полет шмеля», знаменитый. Вот. Но, тем не менее, Римский-Корсаков как-то оказался такой более, что ли, мрачной, не знаю, серьезной фигурой. Вот. А Чайковский какой-то более душевный, что ли, и поэтому, видимо, это случилось. Вот. А по поводу узнавания музыки, ну, это случается, да, случается с авторами. И хорошо, если это случается при жизни, значит, работа не зря проделывается, наверное. Но почему какие-то композиторы более поздние не становятся мемом? Почему авангардные какие-то сочинения не становятся мемами? Может быть, потому что они сочинены как-то более сложно? В чем причина, Настасья, как ты считаешь? Почему нет такого у композиторов сегодняшнего дня? Ну, музыка зашла в тупик, а сейчас выходит из тупика. Обожаю твои ответы. Вот, кстати, Александра училась по обмену в США, в Бард-колледже. Там достаточно крупная программа по обмену, и студенты изучают музыку. Вот расскажи, в США кто из крупных фигур нашей российской отечественной культуры является мемом, на твой взгляд? Музыки, литературы, изобразительного искусства, неважно, философии. Ну, если дело касается музыки, то, наверное, все-таки это Чайковский, это Стравинский, потому что он все-таки переехал в Америку в какой-то момент. Из литературы я бы назвала Достоевского, наверное, потому что даже в каких-то книжных магазинах зарубежных постоянно его произведения, переведенные на английский язык. Мне кажется, больше всего о них идет речь. Потому что я даже когда училась, и мне нужно было сделать какую-то презентацию, там я искала что-то как раз по Чайковскому, по-моему, про Евгения Онегина как раз. И, в общем, постоянно какие-то гастроли происходят, во многих театрах постоянно его ставят, постоянно он звучит где-то. Так что я думаю, Чайковский наш известен, в общем-то. Да. Вот, кстати, если кто-то из аудитории тоже захочет задать вопрос нашим гостям, если есть такие вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, мы найдем техническую возможность вопрос передать и озвучить. Поучаствуйте тоже в нашем обсуждении, потому что на самом деле у нас нет ответа, является мемом Чайковский или нет. Мы его пока сегодня только этот вопрос задаем и себе, и вам, и вообще, в принципе, может быть, сегодняшнего времени. Но если продолжать с тобой... Да. Вопросы да, задавайте. Можно сказать, на первый ваш вопрос еще раз отвечу, второй раз. Мне кажется, что очень сложно, лично мне было вообще принять Чайковского, я его как-то вытесняла сознанием. То есть, ну, во-первых, им действительно пичкают в музыкальной школе, в консерватории, там, в училище, и ты учишься темы симфонии, и вроде как, и он какой-то для тебя слишком простой, ты же такая демоническая, утонченная, в 16 лет ты же Сартра читаешь «Бытие и ничто». Ну, как-то, ну, слушать Чайковского, ну, невозможно. То есть ты даже не можешь найти место в своем сознании, в котором бы ты его приняла. Мусоргский, да, конечно, все эти диссонансы, вся эта, ну, практически тональность, там, это вот определенным способом понятая народная песня и так далее, это прекрасно, это все заходит в любом возрасте. А с Чайковским, ну куда его приткнешь? Вот мне было непонятно. Я его, в общем, он для меня всегда находился на полюсе вот такого ненависти, именно потому что он, как Асафьев правильно заметил, очень предсказуемый, в этом его сила, ну, по Асафьеву. А мне казалось, что, ну, как можно писать так предсказуемо? И вот нужно было жить до 30 лет где-то, чтобы вообще... впервые вообще понять, что такое Чайковский. Ну, насколько я, не знаю, насколько я это поняла сейчас, но, по крайней мере, мне пришло принятие. Более того, сейчас последние годы я в основном пишу музыку о Чайковском, так скажем. Есть не то, что пьеса, цикл пьес, который я, к тому же, считаю открытым, то есть он у меня будет продолжаться, «Русские тупики», где я просто, ну, фактически исследую, что такое Чайковский вообще. То есть это такие маленькие зацикленные фрагменты, они не цитируют Чайковского, но они основаны на такой условно русской классической
классической гармонии, которую непосредственно, вот, ну, Чайковский, Римский, Корсаков, отчасти Мусоргский, ну, вот я имею в виду больше салонную такую гармонию городского фольклора отчасти, то, что Чайковский в своей музыке сделал, я ее погружаю в такие, ну, как бы в кавычки беру и просто рассматриваю, то есть в разные... Ну да, хотя это обычно одно и то же получается состояние, такая, знаете, зимняя меланхолия, потому что Чайковский, его неверно понимать как такого светлого композитора, понятно, даже в своей мажорной такой веселой музыке он глубоко меланхоличен. И вот эта вот зима русская, причем петербургская, наверное, и вообще вот этот снег, это бесконечная метель и тоска, это на самом деле то, что его определяет всегда, вообще всегда. Это является основным подтекстом музыки Чайковского, который на самом деле, если прислушаться, можно расслышать. То есть это тупики, в которые заходит и композитор, и любой художник, который ищет себя, да, как-то, может быть, в хорошем смысле. Так. Я хотела просто тоже поделиться, достаточно интересно, потому что у меня полностью противоположная история Анастасии, потому что для меня Чайковский все время был где-то рядом, то есть я ходила несколько классов в музыкальную школу, и мне, наоборот, нравилось его слушать, мне нравилось играть и слушать детский альбом. Потом мне нравилось ходить в филармонию его слушать. Сейчас у меня написаны несколько эссе на тему Чайковского, на тему спектакля «В зазеркалье», который тоже поставлен, основан на детском альбоме Чайковского. Недавно, в 2015 году, был мюзикл «Демон Онегина», который тоже основан частично на музыке Чайковского. И как-то неосознанно я постоянно к нему возвращаюсь, и для меня он отчасти уже как такой друг, что ли, с которым периодически я мысленно и музыкально связываюсь. Кстати, что ты думаешь о том, что вот, например, вот если взглянуть на репертуары мировых театров оперных, то мне кажется, что «Евгений Онегин» — это одна из самых репертуарных опер в мире. Это просто ее можно пересматривать в абсолютно разной режиссуре. И, кстати, может быть, какая тебе близка позиция, кого из постановщиков тебе близка? И современная режиссерская вот эта такая многоярусная опера или что-то такое более к историзму? Сложный вопрос, на самом деле, потому что я, конечно, смотрела, ну, так, несколько постановок, но не могу сказать, что я сильно, как бы, радикально они чтобы отличались, не могу сказать, чтобы они были. Ну да, Евгений Онегин, безусловно, одна из самых таких часто ставящихся опер сейчас. Из последнего, что я смотрела опять же в «Зазеркалье», здесь, в Петербурге. И на самом деле в постановках музыкального театра вообще, то есть и оперы, и мюзиклы, и опереты, основанные как раз на Евгении Онегине и на Чайковском, я все время пытаюсь смотреть, как ставят сцену дуэли, на самом деле, потому что это обычно делают абсолютно по-разному, и мне вот на это нравится смотреть, и как это там играют. Ну, мне кажется, что один из таких моментов. И, в принципе, как начинается и заканчивается действие, потому что я вспоминаю мюзикл, и там все вообще начинается, как сказать, в послесловии, даже которого не было у Пушкина. Там, по-моему, Евгений в лечебнице и вспоминает все, что произошло и так далее. Вот. Марина, а вот у музыковеда, вот мы спрашивали у Настаси, как у композитора, какой путь прошло вот это принятие или непринятие Чайковского. А музыковед, вот, конечно, мы знаем, да, что существует множество всяких разных музыковедческих подходов, в том числе к Чайковскому, к трактовке его всех сочинений, в том числе его, допустим, шестой симфонии. Да? А у тебя как это было? Вот ты как музыковед, какое место для тебя на полочке занимает Чайковский? Что ты думаешь вот о принятии и непринятии этого композитора? Ну, во время обучения, естественно, ситуация была абсолютно такая же, как у Анастасии. Ну и плюс между нами, музыковедами и студентами композиторского отделения, мы все вместе учились. Это просто было не модно. Точнее, было модно не любить Чайковского. Если ты любишь Чайковского, то ты... Ну, да. Ну и, конечно, все говорили, что мы его не любим. Ну, я, может быть, не была настолько радикальна. У меня
Меня откликался Чайковский, и сейчас тоже до сих пор, но мне очень стыдно всегда в этом признаваться, но это так. Стыдно признаваться, что тогда ты была не в тренде? Угу. Ну вот сам Чайковский тоже, вот в «Ополе березка» стоял, это мем. Ну, в каком-то смысле мем, он же использовал «В «Ополе березка» стояла в симфонии в четвертой. Как, что музыковеды об этом думают? Я слышала, что ругали периодически. Я немножко, ну, к самому слову мем бы подошла с другой стороны. Может быть, мем как информационная единица, которая, да? Какая-то единица информации. Да, и, ну, и в этом случае каждый базовый композитор, базовый в кавычках, то есть это то количество композиторов, которое включено в программу обучения там, музыкальных училищ и консерваторий, обязательно, они все равно становятся мемами. Ну, как бы в той или иной степени, может быть, между студентами учебного образовательного учреждения или там, выходя за рамки этого учреждения. Но они становятся мемами не только в каком-то, ну, в кавычках, прикол, да, ну, как бы вот эта вот тема сегодняшней дискуссии, она немножко может сместиться в какой-то прикол, а на самом деле она может в какие-то более философские рассуждения перейти, касающиеся как раз вот мематики, как, может быть, какой-то передачи паттернов от одного к другому, или, может быть, по свежим следам Фелдмана, когда учителя учат учителей. Да? То есть сам Чайковский, который был одним из первых композиторов, которые получили образование композитора, то есть да, человек, который получил профессию композитора в России, да, до этого, ну, один, да, из немногих. И он является мемом, он является учителем, который учит учителей. То есть мы учителя, которые учились у этих учителей, потому что это все равно идет вот эта вот традиция, да, русской, ленинградской, московской школ, которую мы получаем. И также я сейчас преподаю, я учитель, я учу других учителей, ну и так далее. Вот в этом есть вот эта вот проблема мематики, мема вот этого термина. И это могло бы быть интересным. Потому что, например, сам Чайковский, он мем, потому что он Чайковский. Также мемом мог быть любой другой композитор. Да? Ну, в данном случае у нас это имя. И он, создавая свои произведения, он создает внутри своих произведений какие-то еще мемы, которые, с одной стороны, это какие-то паттерны, какие-то интонации, какие-то заимствованные вещи, там, из фольклора, например. И эти маленькие паттерны, они разбиваются на тысячи мемов, которые где-то как-то используются. С одной стороны, они могут использоваться, например, в сети, не знаю, студентами, и это может быть шуткой, это может быть еще чем-то. А с другой стороны, вот эти интонации, которые откуда-то берутся, это может быть русский фольклор, это может быть какая-то итальянская, европейская традиция, это может быть еще что-то, его внутренние какие-то вещи, плюс за этим стоит композиторская школа, техники, та техника, которая существовала на тот момент, та гармония, в котором состоянии она была на тот момент. И это тоже может быть каким-то мемом, да, в плане техники, именно вот теории музыки. То есть здесь можно от чего-то крупного, от имени перейти, все это разбить на тысячи осколков, и это все будет какими-то маленькими мемами. Да? С другой стороны, сама личная жизнь Чайковского, она, мне кажется, вот ты меня пригласила на эту дискуссию, я первым делом открыла мемы о Чайковском, и тысячи картинок, они связаны с его нетрадиционной ориентацией, и в основном все мемы сейчас посвящены вот этой его личной жизни, гендеру и так далее. Да? То есть это какое-то исследование в области музыковедения на стыке, может быть, саунд-стадис могло бы быть,
который исследует гендер и музыку, и может ли как-то гомосексуальность влиять на музыку. Многие об этом тоже рассуждают в связи с Чайковским. Вот. Но это такие исследования, которые не... Ну, я, по крайней мере, не слышала каких-то конструктивных этому объяснений, но сам факт, что его личная жизнь тоже стала мемом, особенно в нашей ситуации в России с ЛГБТ и вот этими всеми движениями, ну, это тоже, ну, вот имеет место быть. Да, здесь, конечно, не хочется уходить в сферу шуток. Вообще, в принципе, я считаю, что юмор способствует какому-то запоминанию. Это да. И мне самой очень нравятся какие-то очень хорошо составленные шутки со вкусом и так далее. Но здесь все-таки не хочется уходить в сферу юмора. Все-таки, если говорить о Чайковском, я думаю, что это такой, вот я слышала такой термин «мемплекс», то есть это такое комплексное явление. То есть мы даже взглянем на портрет Чайковского, в принципе, я думаю, что любой человек, которому показать, более-менее образованный, учился в средней школе, может понять, кто это такой, и визуально сказать, вот этого дядечку я видел. Даже его фамилия сама по себе, которая используется в качестве языковой лингвистической игры в названии «Сахар-рафинада», да, Чайковский. Даже его музыка, которая используется в рекламе кошачьего корма «Вискас», которая просто каждый Новый год, мы ждем, господи, когда же этот котенок вылезет на экран. Да? Здесь это такой комплексный, я вообще считаю, что это такой комплексный мем, который может дробиться на разные маленькие составляющие вот паттерны, элементы. И опять же про эту щекотливую тему. Тоже оно все вылазит. Мы не знаем, справедливо это или нет. Мне кажется, что это не совсем справедливо, потому что все-таки жизнь Чайковского была наполнена и разными другими историческими обстоятельствами. Кстати, я хотела спросить у Артура. Я помню, что мы когда готовились, ты говорил, что очень хотелось бы все-таки за этим мемом разглядеть человека Чайковского. И было бы очень здорово, если бы некоторые люди, которые любят его музыку, потрудились, может быть, почитать его дневники. Что ты хотела этим сказать? Может быть, просто плохо знают биографию и, опять же, используют какие-то очень простые вещи, которые легко запомнить? Ну, в принципе, это происходит, к сожалению, может быть, с очень многими людьми, которых принято относить так или иначе к великим. И в какой-то момент не то, что он становится даже мемом, он становится неким идолом. И вот у меня был ученик по композиции, такой довольно пытливый, но отчасти автодидакт, самоучка, который, в общем-то, довольно поздно начал заниматься музыкой. И вот он, значит, принес показать увертюру такую в стиле Бетховена. Ну, конечно, как нормальный педагог, я не упустил возможности указать ему на этот просчет с его стороны композиторский, что это, в общем-то, музыка, так сказать, скажем так, в стиле Бетховена, скорее в сторону плохого Бетховена. Вот, на что он сказал, ну, я очень люблю Бетховена. И мой ответ был такой, что то ты любишь не Бетховена, а ты любишь идол Бетховена. Это разные вещи. Так вот, с Чайковским немножко то же самое происходит. Когда человек просто, что называется, пытается писать стилизацию, да, Чайковский стал мемом ведь не только исключительно для широкой, скажем так, аудитории, он стал мемом и для музыкантов. Точно так же, как тот же Бетховен или другие великие авторы. И в какой-то момент увлекающийся юнец берет этот образец для себя и пишет нечто похожее, подобное, сходное, как ему кажется, и таким образом признается в любви этому автору. Ну, это я бы не назвал это упражнением в композиции, это скорее упражнение в стилизации. Композиция это имеет достаточно опосредованное отношение, поскольку в этом, как правило, достаточно мало индивидуальности автора, который это делает. Так вот, так получается, что тут тоже сказывается вот это вот превращение в идол.
И это касается не только композиторов, это касается и исполнителей. Некое отношение к партитурам великих как к святости, к некой святой вещи, к некому артефакту, который это проявляется в педагогической практике, что это место можно играть исключительно так. Половина преподавателей консерватории им вчера лично Чайковский позвонил и рассказал, как это надо играть. Все, я думаю, так или иначе прошедшие обучение в рамках консерваторского и других, так сказать, учебных заведений, они знают об этом не понаслышке. И потом исполнители выходят исполнять на какой-то экзамен, и, значит, происходит битва мнений, значит, кому же все-таки Чайковский правильно позвонил, вот, и кто же все-таки, да, кому он раньше позвонил, и кому все-таки он более правильное мнение сказал об этом. Это все шуточки, но тем не менее, в последнее время меня сильно раздражают вещи, когда, например, почему-то меня в Бетховена, да, вот все-таки я хочу пояснить свое, почему тогда я сказал, что ты любишь не Бетховена, а идол Бетховена, потому что Бетховен был все-таки живым человеком, и нужно об этом помнить. Он был чрезвычайно сильной личностью по всем, так сказать, параметрам, но он был очень тяжелым человеком, это второй момент. И без учета его, в принципе, психологии как личности очень сложной. Однобокая какая-то оценка его, как, не знаю, как любителя героики, да, условно, неправильная. Точно так же, как однобокая оценка Чайковского как любителя городской лирики, это тоже как минимум уход в сторону, ложную сторону, если действительно пытаться докопаться до сути вещей. И все-таки вот Александр Аронович Кнафель, композитор, абсолютно правильно говорит, что периодически он приходит, значит, на какое-нибудь интервью, и у него спрашивают, значит, ну вот Пушкин, он уже умер, а, значит, дескать, а вы живете, вот вы, значит, современный великий композитор, а Кнайфель отвечает, Пушкин не умер. Пушкин все время со мной, он здесь, рядом со мной, он не умер, для меня он не умер. Точно так же и хотелось бы, чтобы все-таки Чайковский, он не умер и не стал, вот понимаете, такой статуей, какой-то вот гипсом, чтобы он не стал гипсовым слепком самого себя, чтобы он все-таки оставался живой фигурой, чтобы эта музыка не превращалась тоже в фантик, чтобы в ней не уставали искать и находить. Чтобы вот эта вот закостенелость какая-то, чтобы это консервирование не превращалось вот в какую-то тенденцию. Вот что, собственно, я хотел сказать, когда говорил, что Чайковского хотелось бы все-таки, чтобы он не умер, что вот он все-таки рядом с нами, да, все время. Очень эмоциональный спич, но я готова присоединиться. И я хочу все-таки в своих каких-то мечтах, я живу в таком идеальном мире, когда производители рекламы и кино все-таки проходят какую-то экспертизу, прежде чем делать вот эти ролики, вот этот саунд производить, и с какой картинкой сопрягать ту или иную музыку. Но это идеалистический, конечно, мир, идеальная утопическая картина, но мне все-таки иногда обидно за композиторов, когда, например, под хорошо темперированный клавир Бах рекламируют средства для желудка. Меня, например, лично это коробит. Вот я не знаю, как остальных присутствующих. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите высказать свое мнение, у нас есть еще порядка 15, скажем, минут. И если вы хотите сказать или задать вопрос композиторам, пожалуйста. Александра, вот как студент такого интересного факультета свободных искусств. Я, кстати, тоже учусь в магистратуре факультета свободных искусств и наук, музыкальная критика, заканчиваю магистратуру на втором курсе. И здесь присутствуют тоже мои коллеги в зале. Вот. Расскажи все-таки вот эта практика в Бард-колледже в Америке. Насколько там все-таки, вот ты говоришь, что да, знают Достоевского, знают Чайковского, а насколько у них знание русской музыки? Я знаю, что в прошлом году наши магистранты ездили, и там был целый фестиваль, посвященный русской музыке, они там пели «Дубинушку», у них там были там какие-то массовые пения, это было просто здорово, и смотреть на их фото было просто вот такой с налетом зависти, это было очень круто и интересно.
В 19 году у них было посвящено все-таки американским композиторам, там был Корнгольд и другие. Но вот в 18 году точно были русские композиторы. А что-то связанное с русской музыкой еще помимо этих программ проходит? И насколько все-таки чтят Чайковского? И не только ли Щелкунчик и Евгения Онегина? Насколько все-таки глубоко понимание, например, вот по другую сторону океана нашего солнца русской музыки? Честно говоря, у меня курсы в основном были направлены на американскую музыку, то есть и так получилось, что мы не особо обсуждали именно российских композиторов. Но я помню, что у нас тоже был вечер, посвященный именно русской музыке, скажем так, потому что все-таки в Барт-колледже есть ребята, которые изучают русский язык, и они периодически ставят какие-то свои сценки, постановки, там поют песни. Ярко мне запомнилось очень, как они читали кто Пушкина, кто Блока, а потом двое ребят вышли, по-моему, с Чебурашкой. И, да, но при этом они хоронили крокодила Гену и пели песню «Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам». Вот это было действительно очень странно и мне лично непонятно. Почему хоронили, почему под эту песню? Потому что, ну, честно говоря, мне кажется, это немножко странно, в общем. То есть все-таки есть, конечно, проблема восприятия культуры. Им, наверное, нужны какие-то люди, которые... Нам нужны люди, которые нам объяснят американскую музыку, им нужны люди, которые объяснят им русскую музыку. Это правильно? Наверное, должны быть при оперных театрах какие-то люди, не только коучи вокальные, которые поясняют, как правильно артикулировать речь при оперном пении, но, наверное, еще должны быть люди, которые как проводники культуры, наверное. Да? Так же, как есть консультанты в киноиндустрии в Голливуде, мы все это прекрасно знаем, может быть, должны быть такие консультанты и в оперном театре. Как ты? Вот ты бы работала, ты бы сейчас вот Настасья дали. Мне кажется, что не должны быть и должно присутствовать тайное знание, в том числе, возможно, у каких-то народов. Мне кажется, Чайковский может быть нашим невидимым градом Китежем. Тут как раз позавчера Мартынов на встрече рассказывал как о русской культуре и русском менталитете, как о граде Китеже для всех остальных цивилизаций, который попал в цивилизационный коллапс между не вписываться ни в Восток, ни в Запад. И это очень хорошо, по его мнению. И Чайковский, мне кажется, своей глянцевой стороной, он понятен всем, это хорошо, а своей черной меланхолией, возможно, не всем, и, возможно, это тоже хорошо. Двоемирие романтизма проявляется на всех уровнях у Чайковского. А вот все-таки, если вот тот вопрос, да, вот как, ну как ты считаешь, ну вот это я уже так фантазирую, конечно. Если не фантазировать, то ничего не будет меняться. Ну, давайте пофантазируем, придумаем. Я хочу придумать, чтобы вот не воровали музыку. Или проходили какую-то экспертизу адекватности. Те люди, которые используют эти мемы, эти фрагменты, эти цитаты. Потому что иногда это настолько похабно. Да, пусть их узнают, пусть люди узнают их и даже не знают, кто такой Чайковский. Но пусть это будет сделано со вкусом. Вот мне так кажется. Ну, здесь я согласна, в смысле, что хотелось бы, чтобы это было со вкусом, а все-таки не реклама там порошка или чего-то еще. Вот. Но мне кажется, психологизм Чайковского, он понятен, и если не, ну, как бы не входить в контекст композитора, то нужно входить хотя бы в контекст эпохи, вот, чтобы было хотя бы немножко что ли близко, немножко понятно по контексту музыки с визуальной картинкой, скажем так. Потому что музыка все-таки это достаточно универсальный жанр, потому что если мы говорим, допустим, про какую-то сценическую постановку, то ее можно адаптировать для какой-то определенной публики. Опять же, в Барде я сравнивала Чикаго, которая была на Бродвее, и Чикаго, которую поставили частично у нас в Москомедии, и в Москве была постановка. И это было локализировано по большей части, хотя музыка была абсолютно та же самая. Я показала, в общем-то, своим коллегам американским их версию из мюзикла и нашу версию, которая... там был изменен немножко танец и был перевод на русский язык. Музыка оставалась такой же.
Даже преподаватель согласился с тем, что это совершенно ему показалось другим произведением. Этого не было сказано, поэтому, может быть. Вот. Но ему показалось это совершенно другим произведением. Вот. Хотя вот... То есть мне кажется, что музыка, она все-таки такая универсальная. Нужен, разумеется, рассказ, то есть нужен подход, нужно говорить о том все-таки, кто такой Чайковский, что такое романтизм. Но тут еще важно, как бы в каком это контексте, потому что музыка все-таки существует отдельно от композитора, но иногда она существует вместе с композитором, как мне кажется. Ну и, наверное, такой вот уже завершающий вопрос. К Артуру все-таки, да, как с тебя начали, с тобой закончим. Вот, если подходить, уже подводить к концерту, да, где больше меры ответственности, когда ты ступаешь туда, где уже все заиграно, переиграно, и партитура вся уже такая с пометками и так далее, или когда ты вступаешь уже, вот играешь сочинением современных композиторов, которые вот приходят, смотрят тебе в глаза, что-то тебе говорят и что-то еще тебе пытаются давить на тебя. Вот где ты считаешь сложнее? И переигрывать 100 раз переигранную музыку, композитора уже нет в живых, но здесь как бы важно все-таки сохранять марку. И какого принципа придерживаются здесь исполнители, если иметь в виду исполнительство? Нужно показать что-то свое, нужно придерживаться нотного текста. Вот чего здесь мы можем сказать? Что сложнее, играть уже известную музыку, которую все знают и узнают, и могут насвистеть, выйдя из зала, или ту музыку, которую никто не знает? Ну и то сложно, с одной стороны, а с другой стороны и другое просто. То есть тут вообще такое... И в том, и в другом случае... Привет. И в том, и в другом случае... И в том и в другом случае задача максимально точно донести, собственно, замысел автора. Это, с одной стороны, просто, вроде как, задача-то очевидная. С другой стороны, это очень сложно. Это сложно и с живущими авторами. Тем более на тебе лежит двойная ответственность, особенно если у тебя премьера, да, сегодня ты играешь премьеру сочинения чего-то. И сколько, да, история знает примеров, когда из-за какой-то неудачной премьеры у ранимого, так сказать, композитора потом наступал творческий кризис, он считал себя неудачником долгое время, а потом все выяснялось, что просто, ну, исполнители налажали, и надо было лучше репетировать, больше готовиться. Вот. А что касается по поводу того, что вот композиторы, да, живые говорят, но Чайковский тоже говорит. Я об этом как раз в своем спиче предыдущем. Чайковский тоже говорит. То, что его нет визуально рядом, это ничего не значит. Он говорит, хотя, конечно, если мы возьмем другую сторону медали, мотивацию того времени нам понять достаточно сложно. И те, кто говорят, что да, это же такая же понятная музыка, на самом деле у меня всегда вопрос, а что вы в ней понимаете? Потому что, ну, начнем с того, что у Чайковского не было электрического света, а это совершенно другая вообще картина мира. Ящик открываешь, а там темно, там ничего не видно. Да, вот свечку надо поднести. Поднести нужно свечку, чтобы там что-то. А сейчас вот... Ну, вообще что-то как-то немножко по-другому воспринималось все. Вот, поэтому все равно, так или иначе, современный исполнитель играет проекцию Чайковского через себя. Он не играет, собственно, Чайковского. Хотя даже если он будет утверждать, что я там прочитал воспоминания современников, и вот там было то-то написано, все равно, конечно, у его личный опыт, он предполагает то, что он живет в нашу эпоху при электрическом свете, со смартфонами, с телефонами, с мемами. По поводу мемов Чайковский тоже про это не знал. У них были другая терминология была. Вот. Ну, цитата. Ну, это было другое. То есть это, в общем, несколько другая ситуация. Вот. Поэтому сегодняшняя программа, я думаю, она очень разнообразная.
Вот, и очень по-разному этот диалог выстроен между сочинениями. Ну, всегда хочется, чтобы было увлекательно, поэтому надеюсь, что будет хотя бы увлекательно. Да, но я хочу сказать спасибо. Может, кто-то хочет задать вопрос, кто-то с нами согласен или не согласен. Вот давайте не начнем концерт, пока никто не задаст вопрос. Мы уже технически не передадим, да, микрофон, к сожалению. Да, спасибо вам, что вы нас послушали. Сейчас предстоит интересный, небольшой перерыв, интересный концерт. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в этой беседе. И обязательно хочу сказать спасибо, конечно, Молот-ансамблю, Российскому музыкальному союзу, Classic Electric, ребята, привет, и паблику Art of Opera. Спасибо вам большое. Все, встретимся на концерте. Да ничего нет.